Привет, дорогие друзья, уважаемые читатели альтернативной газеты и любимые подписчики моего YouTube-канала. Сегодня у меня для вас есть очередная интересная история. Блять, 18 миллионов. Вот интересно, что это за трава? Она лечебная, что ли? Волшебная трава? Может быть, это трава, которую чиновники курят, прежде чем вот такие вот аукционы разыгрывать? Мы искали свободу вокруг, бросив мир на ее алтари. Откопал я ее на сайте госзакупок, и речь в ней пойдет об озеленении территории строящейся школы в микрорайоне Северный 5. Той самой школы, которую губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал открыть еще 1 сентября этого года. Но, как и во всех других случаях с его обещаниями, сдача этой школы перенеслась на год. Официально чиновники заявляют, что откроют ее 1 сентября следующего года, неофициально вообще в 2021 году. И тем не менее, на днях они выставляют закупку на какое-то невероятное количество миллионов рублей, в которой говорится, что территорию стройплощадки школы в микрорайоне Северный 5 нужно озеленить. Во-первых, чего там вообще можно сейчас озеленять, когда там еще ездить и ездить строительные техники? Вы сами видите сейчас на кадрах с коптера, что там строительство далеко от завершения, и сейчас там практически ничего не происходит. Видите, стоит кран, не работает, не видно ни людей, имеется в виду строителей, ни техники. Последнее оживление там было во время пожара несколько дней назад, который я снимал и показывал. Все, что можно там сейчас озеленять, вот по крайней мере в этом году, а конкурсы и контракты разыгрываются именно до конца текущего года, я не понимаю, тем более за такую сумму. Я спросил свою супругу, говорю, вот как думаешь, насколько, за сколько денег чиновники хотят посеять траву у новой школы? Я говорю, это дорого, сразу предупреждаю. Говорит, какая сумма, вот посеять траву? Она говорит, 3 миллиона. Я говорю, ты чего, больше? Она, 5. Я говорю, вообще мимо? Она говорит, 10. Я говорю, ну ты не хочешь 18? 18 миллионов рублей озеленения вокруг школы. Сначала я подумал, когда увидел цифру, что наверняка в эту смету входит и асфальтирование, и установка малых форм. Но, о чудо, пролистав чуть выше, я увидел, что есть отдельный лот, отдельная закупка на асфальтирование, и это тоже 18 миллионов рублей, и на установку малых форм на 19 миллионов рублей. То есть они хотят сейчас заасфальтировать, посеять траву и установить малые формы, а потом целый год по ним, по всему этому ездить на строительной технике. Они под предлогом того, что строительная техника разобьет дорогу, целую улицу рядом, Владимирскую, не заасфальтировали, когда построили на ней детский сад, и люди до сих пор месят грязь там машинами, колесами и ботинками, потому что там нет асфальта, потому что чиновники говорят, там же строится рядом школа, все будет, весь асфальт будет разбит. А сейчас они за год до окончания строительства школы собираются там озеленять и асфальтировать что-то. И потом, я просто удивляюсь, а за 18 миллионов, это извините, вы какую траву там собираетесь сеять? Какую-то волшебную, что ли? Или лечебную? Я не знаю, дорогие друзья. Предлагайте ваши варианты в комментариях, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте о нем своим друзьям и ждите продолжения, да пребудет с вами сила. Я так